8 самых некрасивых актрис России. В современном российском кино постоянно снимаются молодые и красивые актрисы, большинство из которых не добивается успеха из-за банального отсутствия харизмы. Однако этим прекрасным качеством наделены многие артистки, которые притягивают к себе внимание, даже несмотря на оригинальную внешность. Самые некрасивые актрисы России, кто же они? Виктория Исакова. Известна по ролям в фильмах «Охота на пиранью», «Точка», «Остров», «Ученик», «Жги». Нелли Уварова. Актриса прославилась в середине 2000-х годов после сериала «Не родись красивой», где исполнила главную роль. Екатерина Вилкова. Актриса известна по блокбастеру «Последний богатырь», трэш-комедии «Одноклассницы» и ремейку советской классики «А зори здесь тихие». Олеся Железняк. Вероятно, самая известная некрасивая актриса в российском кино. Получила известность после исполнения главной роли в комедии «Ландыш серебристый». Другим хитом в карьере Железняк стал телесериал «Сваты». Анна Михалкова. Старшая дочь известного режиссера Никиты Михалкова. В основном исполняет роли второго плана. Наиболее заметные фильмы с ее участием, изображая жертву, «Обитаемый остров», «Утомленный солнцем 2», «Ко-ко-ко». Яна Троянова. Актриса из Екатеринбурга, жена режиссера Василия Сигарева. Известна по ролям в его фильмах «Волчок», «Жить» и «Страна Оз», а также по комедийному сериалу «Ольга». Валентина Мазунина. Актриса из Перми, приобретшая популярность после участия в телесериале «Реальные пацаны» и в фильме «Горько». На первом месте Алиса Гребенщикова. Дочь известного музыканта Бориса Гребенщикова. Знакома зрителям по небольшим ролям в сериалах «Ундина», «Кризис нежного возраста» и «Бедные люди», а также в фильмах «Американка» и «Училка». Как видим, для построения карьеры этим актрисам особенная красота вовсе не понадобилась. Главное – талант и харизма. А с этим у наших девушек все в полном порядке.